шановный дар маяк, наш шановный президент. Сразу в нескольких крупных городах Белоруссии в воскресенье прошли акции протеста против налога на тунеядство, введенного Александром Лукашенко в 2015 году. Согласно закону, платить его обязаны граждане, отработавшие за год менее 6 месяцев и не зарегистрированные на бирже труда. Самое многочисленное шествие, по данным белорусских изданий, прошло в Гомеле. Здесь в демонстрации приняли участие около 2000 человек. Гораздо менее масштабные акции протеста состоялись в Могилеве, Витебске, Бресте и Гродно. У меня пенсия 2 миллиона. Я 25 лет отработала в детском саду воспитателем. Я 1,5 миллиона плачу за коммуналку. А у него морда, во! Скоро не влезет в объектив. И у всех, у этой администрации, у всех. Посмотрите, какие они морды потращивали за наш счет. В понедельник истекает срок уплаты налога на тунеядство за 2015 год. Извещение получили около 500 тысяч человек. Однако сделали это, как пишут белорусские издания, примерно в 10 раз меньше. Жители Гомеля запланировали на 25 февраля еще одну акцию протеста. Если к тому времени декрет номер 13 о предотвращении социального иждивенчества не будет отменен.